Представляем вашу новую Николай Спасибо. Производство компании. Прибор достаточно простой устройство и использование. Но вместе с тем, что управляющиеся с работами по поиску экологических предметов. Майя, июня, запись, точки серебра и золота. Глубина тестирования зависит от размера материала предмета, характера почвы. В большинстве случаев прибор обнаружен предметы размером обычной монеты на глубине порядка 50 см. При обнаружении встроенного динамика детектора издает определенный звук, зависящий от отраженного сигнала. Этот возможность вы можете по характеру звука определить размер даже материала скрытого определенного предмета. В двух словах об устройстве этого детектора. Катушки поиска размещены, собственно, две катушки. Передающие и детектирующие. Передающие генерируют магнитное поле, которое возбуждает металлик и токен, который, в свою очередь, порождает обратное магнитное поле, которое порождает метод катушки детектора. И она фиксирует количество металла. Металлоискатель CS-130 оборудован встроенным динамиком, регулируемым поле. Изменение громкости звука указывает на наличие подготовленного металла. При желании звук можно выводить на наличие. Разные для этого характеристики регулировки расположены на блоке управления средней части. На нем мы видим регулятор громкости, который также является ручкой включения звука. Индикатор батареи, кстати, используется для 5-вольтового фона. Ручки настройки чувствительности, тона и аналоговой аналитики, которая также помимо этого сигнала помогает стрелке. При снижении железа звук будет выше, а стрелка отклонится влево от нуля. Для прочих материалов звук будет выше, а стрелка будет становиться вправо. Перед использованием рекомендуется протестировать прибор и выставить с помощью вычислительного тона стрелку на нуль. Попробуем. Что-нибудь обнаружить. Может быть, нам придет. CS-130 оборудован нижней ручкой, а положение катушки регулируется. То есть прибор можно для удобства работы построить под любой рост или снова использовать. Катушка водонепроницаема. Сложное состояние – это фактор, а вес не удивляет. Всего 650 грамм. В заключение несколько полезных советов по использованию. При работе старайтесь постоянно держать катушку строго параллельно земле, в высоте примерно 35 метров. То есть не размахивайтесь и ускоряя движение в майке. Ручка должна быть постоянно перпендикулярно поверхности. Покрывая площадь диаметром примерно 25 метров, делайте движение по волнообразной траектории, эффективно обследуя всю поверхность. Вперед!